Приветули мои красотули, хочу вам показать офигенный рецепт. Ну как офигенно, я его еще не пробовала. Первый раз готовлю вместе с вами, короче, нашла в группах ПП вот такое вот блюдо. В общем, нам понадобится корица, нам понадобится лаваш, собственно, персоны, и яблоки. Яблоки я предварительно сварила. Ну, знаете, как сварила? Кипели они минутки 10-20, может быть, не больше. И я их выключила. Яблоки Антоновка. Вот я ездила в Обн, взяла у подруги яблоки. Вот, это для того, чтобы они мягкие были. Но это кто уже как любит, насколько я поняла в этом рецепте. В общем, сейчас начнем готовить. Так, нам нужна дощечка. Нам нужен ножик. И сейчас мы будем подготавливать яблоки. Яблоки я, наверное, буду резать вот в судочек. В судочек. И там я буду перемешивать с корицей. Кстати, корица это по желанию. Еще в рецепте шкурку не обязательно снимать. Но я сниму, так как она все равно уже вон сама как замечательно отходит. Поэтому я ее сниму. Вот. Может быть, я, конечно, яблочки и переварила. Может быть, их не нужно было настолько сильно варить. Ну, у меня получается как пюре яблочное. Ну, посмотрим. Как говорится, первый ленивый пирог на лаваше может быть комом. Ну, вот, может быть, у меня он и будет комом, но я думаю, что он будет все равно вкусный. Его это не испорчит. В общем, режем яблочки, как хотите, да? Да, наверное, нужно было не так долго их варить. Можно было чуть-чуть совсем их немножечко прям в горячую водичку положить. Их даже вон резать не надо. Их можно вот так вот поломать. Вот. Вот где твердое, можно и порезать. Где мягкое, можно прям вот так вот поломать и все. Ну, в общем, наверное, это по желанию. Кто как хочет. Кто хочет, варите для мягкости. Кто хочет, не варите. А можно оставить и с кожурой. Не, ну я, наверное, все-таки сниму. Ну, что, если она сама уже вон слезает, что ее не снять, правда? Вот. Леша пошел за Ариной в сад, а я осталась дома, чтобы сделать такую вкуснятину. А, еще нам понадобится желток. Желток это чтобы смазать лаваш потом уже, когда он у нас, ну, само это блюдо наше приготовится. Я вообще любитель, знаете, шарлоток. Вот такое вот я люблю. Шарлотки. А вообще я ленивая хозяйка, насколько вы поняли по моим рецептам. Я все готовлю, что просто. Простая пицца, там не заморачиваться с тестом. Я, кстати, тут готовила шаурму. Очень вкусно получилось. Тоже ленивая шаурма. Прям, блин, не знаю, минут 10 шаурма готова. Вот. Кстати, второй сезон нашего похудения закончился. И как ни странно, я заняла в этом сезоне второе место, вроде бы как. Если я ошибаюсь, девчонки, напишите, но вроде как я на втором месте. Для меня это очень странно, потому что я понимаю сейчас, кто за меня переживал и болел. Ну, болел в плане того, чтобы я похудела, да. Они сейчас подрастроятся, я вас, может быть, даже разочарую. Но, блин, ну такая я. У меня, когда я уже поняла, что, ну, я думала, что я вообще заняла последнее место, займу. И я как бы руки опустила, знаете ли. Можно было, кстати, побольше яблок сварить. А я сейчас, если что, смешаю с невареными яблоками. Так вот, и я руки опустила, что-то я и сюда, везде свинячу. Опустила руки, начала уже есть. В общем, не ограничивая себя ни в чем и в таких нормальных количествах. Потом ездили к подружке, естественно, мы выпивали. В общем, подрасслабилась. Но сейчас у нас стартовал третий сезон. Ой, короче, уже самой смешно. Но я ничего не буду говорить, что я там этот сезон точно я выиграю. Не могу ничего сказать, потому что в этом, во втором сезоне и, ну, и сейчас собрались такие девчонки, которые, ну, с ними очень трудно бороться. Очень трудно. Они готовы не есть.
Лишь бы похудеть. Но я, честно, не готова не есть. Я хочу есть. Я не хочу насиловать свой организм, потому что всю жизнь не есть я не смогу. Я по-любому буду есть. Мне нужна такая диета, знаете, ешь все, но в маленьких количествах. Вот я к этому стремлюсь, я к этому иду. То есть вот сегодня, например, я ела макароны с котлетой. Вот. Еще сегодня я пила молоко. Потому что я люблю молоко. Я пила молоко. И, кстати, голова что-то болеть начинает. Прям так конкретно. Как будто давление, знаете, до тошноты уже. Вот. Но это я отступила немножко. Вот. Поэтому я хочу, ну, есть нормально. Я не хочу себя ограничивать в шоколаде. Да, если я могу съесть целую шоколадку, да, целую, то сейчас мне нужно себя ограничивать и позволять своему, ну, себе есть не целую шоколадку, да, а плиточку, ну да, плиточка, это ж не целая шоколадка, а небольшую долечку там, квадратик вот этот, да. То есть вот так вот я хочу себя, ну, приучить, потому что всю жизнь себя ограничивать в какой-то еде или там, знаете, там бояться съесть что-то, потому что вдруг на весах будет плюс, я этого не хочу. Мне не нравится это, мне не нравится свое состояние, вот когда вот так вот, да. Нет, если бы, может быть, я бы была бы одна, я бы жила бы одна и ничего не готовила, то да, то вообще... Было бы хорошо. А так как я готовлю и все это смотрю, естественно, очень тяжело. Ну, блин, конечно, это все зависит от меня самой. Это же мне надо. Это не надо там кому-то там. Это надо мне. Ну, как-то так. В общем, я не знаю, поняли мысль мою, не поняли. Ну, сам факт, то, что я не на последнем месте. Меня это очень даже удивило, потому что я до последнего была уверена, что я на последнем месте. Но оказалось, что нет. Мне кажется, я сейчас к этим яблокам еще добавлю обычных яблочек. Не вареных, просто сырых. Сейчас. Вот, добавлю другого сорта яблочки, не Антоновку. Антоновка же, да? Я, блин, в яблоках особо не разбираюсь, потому что я яблоки не очень-то люблю. Люблю вот так вот там в пирожке, в булочке. Вот сейчас вот что приготовлю. Такое вот я съем. А вот так вот чисто купить яблоко и поесть, нет. Покупаю Арине, потому что она любит яблочки. Хотя, как говорится, хочешь жрать, жри яблоко, поэтому в моем случае яблоки нужно включать в рацион. Но я вместо яблок лучше съем свеколки. Кстати, надо будет мне сегодня отварить. И чтобы у меня было... Ой, Лёша пошел, а я ему забыла сказать, чтобы он купил воды, и закончилась вода у меня. Говорит, ну, в общем, ладно, сейчас я это порежу, и потом включусь. Чтоб не затягивать тоже вашу. Так, ну что, я нарезала. В общем, вот они яблоки, которые сырые получаются, да? Не вареные, надо их, мне кажется, поменьше. Вот, теперь, ой, блин, улетела прям туда. Ладно. В общем, сюда нужно добавить корицы. Новую купила. У меня вообще в доме нет корицы. Хотя у меня была она раньше. Я ее все использовала. У меня Леша не очень любит корицу, поэтому много я добавлять ее не буду. Какой запах. Добавлю немножко. Так, ну это совсем мало. Это совсем много, наверное, да? Ну, короче, где-то вот так. Так, не знаю, много это, нет. Блин, что-то мне кажется, это... достаточно. Я просто боюсь, что он не будет есть. А я хочу, чтобы он ел. В общем, все это дело мы размешиваем. Сейчас сделаю так. Если что, буду добавлять меньше. Либо, наоборот, больше. Посмотрим. Блин, девчонки, не знаю, смотрите вы передачу «Пацанки». Я вообще прям смотрю, жду этого четверга, чтобы посмотреть следующую серию. Я, конечно, уже знаю, кто выиграет. Я не знаю, знаете ли вы, вообще смотрите ли вы. Выиграет Настя. По-моему, Настя, это та, которая боксер, которая дралась со всеми девочками. Она выиграет. Откуда я это знаю, вы спросите. Я, короче, зашла на какой-то аккаунт. И там слили вот такую информацию. Ну, естественно, этот аккаунт сразу же... Так, что я делаю? Сразу же забанили. Короче, его заблокировали.
Вот. Ну, не знаю, правда это неправда, но звучало, выглядело это так, как будто это правда, что она выглядит. Там прям финал, фотографии финала. Сейчас батарейка у меня, как всегда, сядет. А, и ну, вот, что она там одета, вот это вот все наряды, и победила. Типа она. Выйдут там Костя, по-моему. Вот это Настя, что-нибудь такие слипшиеся. Это Настя. Так. Я такой лаваш, кстати, первый раз покупаю. Вот, теперь что мы делаем? Теперь мы накладываем яблочки. Так, ну и что, смотрите вы? Нет, блин, я прям подсела. Я не могу. Ну, я смотрела с третьего сезона «Пацанки». Я прям вообще, мне не очень нравится этот сериал. Ой, сериал, ну это передача. Так. Я хочу сделать два. Ну, либо три их. Их четыре у меня лаваша. Можно даже и четыре сделать. Так, делаю первый раз, поэтому уж извиняйте. Там, конечно, меньше яблок было. Так, теперь мы закручиваем. Блин, может, вот так как-то. Там вот так вот все было. Не так много. Не в одну кучу. Так. Так. И за... Блин, что-то как-то не так, мне кажется, получается. Блин, надо, наверное, растянуть еще. Сюда. Не знаю. Не знаю, не знаю. Ладно. Что будет, то будет. Ну что... Продукты все нормальные, правильно? Г не должно получиться. Наверное. Повариха, блин. Надо было сначала попробовать сделать, а потом уже вам показывать. Во, вот сейчас более похоже так, как было там на картинке. Так, блин, у меня на второй. Ну ладно, я сейчас сырых добавлю яблок. Так. И теперь это все дело закручиваем. В рулет. Тихо, тихо, тихо. Закручиваем в рулет. Такой. Так. Ну, там просто, может быть, лаваш был другой. И он как-то вытянутый. Видно вам? Нет? Он более вытянутый такой был. А у меня маленький какой-то. Смотрите, на ладошку. Как ладошка. А там прям такой большой. Ну, может быть, там рулет другой. Ой, этот лаваш был другой. Поэтому... Еще две штуки останутся. Ну, две штуки останутся. Если что, я мужу сделаю шаурму. И вам, если что, покажу. Да? Так, все, высыпаю. Ну, вот как два я хотела, два. Так два у меня и получится. Где-то больше яблок будет. Где-то меньше. Хотя можно сюда дорезать еще. Может, дорезать, а? Как-то... Мало, мне кажется. Сейчас я дорежу еще все-таки. Ой. Яблок сырых. Так, ну сейчас я порезала уже антоновки. И прям не буду с этим, с корицей делать. Прям вот так вот. Прям хаотично накидаем. Это ж можно не только с яблоками, правда, делать? Вообще, насколько я знаю, лаваш можно кушать, когда на диете. И яблоко. А что, тут больше ничего лишнего нету. Сахара тут нету. Такого ничего нету. Так что завтра я себе на завтрак это и позволю. А что, почему бы и нет? Так. Посмотрим, конечно. Ну, уж невкусно точно не получится, потому что здесь не из чего. Тут нет такого, чтобы не получилось вкусно. Ну, тут ничего такого нет. Это мясо можно испортить, а тут что испортить? Лаваш? Ну, и если он испорчен, он еще и до меня испортился, правильно? Так, теперь вот этот мы лишний убираем. Завтра, может быть, сделаю шавуху. Вам покажу. Так. Вечно я лаваши накуплю, блин, а потом они у меня пропадают, я их выкидываю. Хотя можно делать чипсы, но мне так лень.
Так, ну что, сейчас я все подготовлю, покажу дальше. Вот я, блин, лошара. Короче, бумага для выпечки можно было открыть здесь и отсюда тащить и обрывать. А я же ж нет, я ж по-китайски. Я вот отсюда везде отрывала, ножнями резала. Господи, не зря. Я крашу все в светлый цвет. Мой цвет волос оправдывает все это. Блондинистость. Так. Теперь мы кладем наши рулеты. Я сейчас поставлю в духовочку минутки на 3-4. За это время я сделаю желток. А потом мы вот так вот это все смажем, чтобы это все пожелтело дело. Так, ну что? Тарелка есть, нож есть. Теперь надо как-то, блин... Я вот это дело, кстати, вообще не умею. Домашние яички. Как отделить? Ай-яй-яй, зачем, блин? Надо же вот сюда. Мне же нужен желток, правильно? Белок мне не нужен. Взяла все. Ай! Все, тут желток остался. Да? Желток. Так, теперь мне нужно желток взбить. Забиваем. А мало, наверное, или хватит? Хватит вот этого вот? А зачем его взбивать? Или белком мажут? Нет, желтком. Хватит? Одного-то нет? Так, что у меня, яиц, что ли, мало? У меня что, дефицит с яйцами? Куриные домашние яйца. И курицы несут, дай боже. Так. Тихо, тихо. Господи, как это все трудно. Бедные повара. Так. Туды. Из этого мы сделаем яичницу потом. Да? Что добру пропадать? Во, вот теперь больше похоже на то, что хватит на все это. Так, надо свет выключить в духовке, а то он шумит. Так, ну что? Very good, very nice. На улице непонятная. Как я вам уже говорила, у меня появилось новое слово в лексиконе. Пердемонокль на улице сейчас происходит. То эти дни у нас снег был. То вчера он был, потом начал таять. Такие лужи. В общем, точно пердемонокль. Это слово как никогда подходит. Видите, у меня судок из-под морковки. Ну, я просто взяла первый попавшийся. Так, у меня с судками проблемы вроде нету. Я просто его помыла. Иногда очень удобно, знаете, там что-то пересыпать такое. Вот там игрушки какие-то мелкие, оринки, а потом их ей давать. Ей нравятся эти все баночки. Так, у меня выключился фонарь. Вообще потрясающе. Сейчас, подожди. Так, все, исправила ситуацию. Это было у меня, потому что батарейка садится на телефоне. Пришлось тянуть удлинитель. Так, ну что, сейчас я сюда что-то положу, постелю. Чтобы достать сюда этот. Так, вот это чисто еще не высохло. Но... Так, сейчас я сюда поставлю наш противень. И начнем смазывать яичком. И на 10 минут оставим наш пирог, наши пирожки, наши рулетики. Ай-ай-ай, что запекаться. Так. Так. Где-то у меня и даже была. Есть. Такая штучка-дрючка. Так. Да, одного бы, мне кажется, не хватило точно. И вот так вот мы смазываем. Я когда приезжала к Ане, я хотела ей это приготовить. Ну, попробовать там сначала, на них. Я шучу. А потом... А у нее оказалось сломано, ну, вернее, она у нее и была сломана, но я что-то про это забыла, потому что я когда приезжала в предыдущий раз, мы делали пиццу, я-то делаю в духовке, а так я приезжала, и мы делали в этой, на сковородке. Вот. Я забыла почему-то про это. И поэтому у нас не получилось, не срослось, так сказать. Не получилось, не срослось. Моя любовь, моя награда.
чем мечталось, не сбылось. Ты не со мной, но ей не надо. Ах, какая длинная борода! Мы такой не видели никогда. Видели, что творит животворящая еда со мной? Видите, даже лишнее оказалось. Ну и хрен бы с ней. Ах, какая длинная, чуть мне кажется, уже много. Ёшкин, поварёшкин. Ладно, еще тут вот сейчас смажем. Сейчас. Ну что, выкидывать что ли, блин? Курочка старалась, неслась, чтобы нас накормить. Что мы люди такие. Кушали яички. Да? Ну что, ладно, вот это оставим. Что ж, что ж поделаешь, куда же это запихнуть? Так, что, ставим в духовку. В духовочку. Все, на 10 минут, как по рецепту. Выключаюсь, потом включусь. Ну что, вот они наши рулеты. Они еще очень горячие, только скипели. Ой, только вытащила из духовки. Сейчас разрежу и посмотрим, что там внутри. В общем, я разрезала. Вот так вот он в разрезе выглядит. Света не хватает, потому что зарядка моя не заряжала все это время. Но запах стоит вкусный. Это, наверное, где меньше корицы. Вот в том, наверное, где больше корицы. Потому что здесь же я яблоки сырые еще добавляла. Ну что ж, на вкус не пробовала еще. Ну, дайте-ка сейчас попробую. Подождите. Маленький. Такой маленький. Маленький кусочек. Горячо сейчас вилку возьму. Горячо. Зарядки. Это даже вкусней. Очень вкусно. Кисленькие такие яблочки. Это где сырое яблочко было. Очень вкусно. Пробуйте. Вкуснее, чем шарлотка. Ну, как по мне. Приятного аппетита!